Все в природнадзоре узнали о горах строительных отходов в Балке-Бермана из публикаций в средствах массовой информации. Сотрудники ведомства обследовали указанную территорию и подтвердили факт складирования грунта в неустановленном для этих целей месте. Данный комментарий был оставлен на официальной странице Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя в социальной сети ВКонтакте, а также под соответствующей новостью в нашем паблике. Все в природнадзоре также заявили, что в настоящий момент проводится контрольный надзор мероприятия и поблагодарили граждан за ответственное отношение к охране окружающей среды. Напомним, материал о варварском уничтожении Балки-Бермана вышел на телеканале НТС 9 марта. Как рассказали местные жители, неизвестные на протяжении года свозят сюда строительные отходы, в том числе кирпичи, бетон и прочий мусор. По словам горожан, за день может пройти около 10-15 груженных самосвалов. Подобная варварская отсыпка уже изменила облик Балки. Севастопольцы всерьез опасаются возможного оползня. Представители общественной палаты направили обращение в Севприроднадзор, прокуратуру города и департамент городского хозяйства, чтобы выяснить, кто и по какой причине свозит огромное количество строительного грунта в район Балки-Бермана, а также кто понесет за это ответственность.